Председатель программного и организационного комитета Международного научного конгресса «Глобалистика», ректор Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Виктор Антонович Садовничий. Уважаемые коллеги, Московский университет рад приветствовать участников Международного конгресса «Глобалистика-2020. Глобальные проблемы и будущее человечества». Конгресс проводится уже в шестой раз. За это время в нем приняло участие более 10 тысяч членов, коллег из 70 государств мира. «Глобалистика» проводится факультетом глобальных процессов Московского университета, которому вот уже 15 лет. Это один из первых факультетов нашей системы образования российской, который был так назван и
посвящен его деятельность глобалистики. Глобалистика, безусловно, наука, которая присуща изучению в нашей стране и в Московском университете с момента основания Московского университета, то есть уже более 200 лет тому назад. Такими проблемами занимался Михаил Васильевич Ломоносов, основатель нашего университета, Владимир Вернадский и многие другие выдающиеся ученые, работы которых связаны с глобалистикой. Мы проводим 6-й конгресс. В нем примет участие более 1000 человек из 50 стран мира. Он будет курироваться и проводиться под эгидой ЮНЕСКО, Римского клуба, с которым мне выпала честь несколько лет тому назад сотрудничать, и одно из заседаний Римского клуба проходило в Московском университете. Современная ситуация, коронавирус, инфекция внесли поправки в регламент проведения конгресса. Он проводится в онлайн-формате, но, безусловно, тема и проблемы, которые будут обсуждаться, очень актуальны для всего мирового сообщества. Надо дать ответы, что будет после пандемии. Безусловно, это событие глобального процесса, инфекция, пандемия и то, что произошло сегодня в мире. Ответы на то, что будет. Ответы на то, каким будет человечество. Безусловно, пандемия внесет свои поправки в систему отношений, в систему образования. Наверное, другое место займет цифровизация в общении, в образовании и даже в культуре и в бытовых отношениях. На все эти вопросы, я надеюсь, участники конгресса попробуют дать ответы. Уважаемые коллеги, уважаемые участники конгресса «Глобалистика-2020». Очень важная тема и очень ответственный момент, в котором проходит данный конгресс. Я надеюсь, что результаты обсуждения, результаты дискуссии найдут широкий отклик во всем мире, найдут отклик в общественности, которая интересуется данным вопросом. Я, конечно, желаю всем участникам конгресса успешной работы, хороших выступлений, дискуссий и добро пожаловать в Московский государственный университет. Viva!
Участников Конгресса приветствует ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Эдуардович Орджоникидзе. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Григорий Орджоникидзе. Я ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, от которой я хотел бы передать слова благодарности всем организаторам этого важного форума и пожелать успехов всем его участникам. С вашего позволения я зачитаю приветствие председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Участникам 6-го международного научного конгресса «Глобалистика-2020». Уважаемые участники конгресса, коллеги, дорогие друзья! Рад вас приветствовать и пожелать успешной работы на площадках 6-го международного научного конгресса «Глобалистика-2020», который проводится с 2009 года в тесном сотрудничестве с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и в четвертый раз пройдет под эгидой этой международной организации. Глобальные проблемы и будущее человечества. Эти вопросы сегодня актуальны как никогда. Охватившая весь мир эпидемия коронавируса не позволила ученым-исследователям вновь собраться в Москве в традиционном месте проведения конгрессов в Московском государственном университете имени Ломоносова. Однако принятое ими решение о проведении этого уникального форума в онлайн-формате свидетельствует о важности продолжения откровенного, равноправного и компетентного научного диалога о судьбах современного мира и общества, а также, безусловно, является актом солидарности в борьбе с глобальной угрозой. Особо актуальным в этих условиях представляется проведение в рамках Конгресса форума «Глобальные трансформации и перспективы цивилизаций» с участием ЮНЕСКО, Всемирной академии искусства и науки и Римского клуба. В поиске ответов на сложные вызовы нашего времени важная роль принадлежит развивающейся науке глобалистики, ученым-исследователям глобальных процессов, рекомендации которых – должны послужить достижению целей устойчивого развития человечества, преодолению возникающих угроз и обеспечению всеобщего мира и безопасности, так необходимого условия сохранения жизни на планете Земля. Желаю всем участникам Конгресса плодотворных дискуссий и новых интересных открытий. Председатель Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Сергей Лавров. Спасибо за внимание. С приветственным словом к нам обратился заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимир Иванович Воронков. Уважаемые участники 6-го международного научного конгресса «Глобалистика-2020. Глобальные проблемы и будущее человечества». Я рад приветствовать вас в стенах Московского государственного университета, моей «Альма-Матер». Я горжусь образованием, полученным в МГУ. Оно всегда помогало мне решать самые сложные задачи. Воздаю должное факультету глобальных процессов МГУ за продолжение научно-практических дискуссий по важнейшим проблемам международной повестки дня, несмотря на охватившую весь мир пандемию коронавируса. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш неоднократно подчеркивал, что пандемия COVID-19 – это не только глобальный кризис в области здравоохранения, но и вызов всему человечеству. Он имеет широкие последствия для мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека. История не раз доказывала, что перед лицом таких общих вызовов, как сегодняшний, единственный выход для международного сообщества – сплотиться и скоординированно решать совместные задачи. Рассчитываю, что профессиональные научные дискуссии в рамках данного конгресса будут способствовать выработке именно скоординированных общих подходов к решению глобальных проблем человечества. Сейчас крайне необходимо не только понять и смягчить негативные последствия пандемии в краткосрочной и долгосрочной перспективе, ну и воспользоваться этой ситуацией для позитивных изменений, найти подсказки, как лучше восстановиться, как встать на путь создания мирных инклюзивных обществ и зеленых экономик.
Уважаемые коллеги, глобальная пандемия коронавируса высветила целый ряд проблем, требующих неотложного решения. Одной из таких проблем, угрожающей всем без исключения государствам, остается глобальная угроза терроризма и лежащую в его основе насильственного экстремизма. Несмотря на военную победу над ИГИЛ в Ираке и Сирии, террористическая угроза, к сожалению, не ослабевает. За последнюю неделю число терроратак как в этих странах, так и в Африке, от Сахеля до Сомали и Мозамбика, и в Азии, от Афганистана до Мальдивских островов, продолжает оставаться высоким. Это серьезное напоминание о том, что нам необходимо сохранять бдительность и повышенную боеготовность. В киберпространстве террористы различных мастей воспользовались спровоцированным пандемией новым феноменом, который генеральный секретарь назвал инфодемией. Влившись в этот поток дезинформации, террористические пропагандисты удвоили свои усилия в онлайн-пространстве, распространяя ненавистническую идеологию и подстрекая атаки. Созданное в 2017 году контртеррористическое управление ООН, которое я имею честь возглавлять, стало первой крупной институционной реформой, проведенной генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Мандат управления вытекает из глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и резолюции Генеральной Ассамблеи. Главная задача управления – координация усилий стран ООН и международных организаций в борьбе с терроризмом. Дамы и господа, хотел бы подчеркнуть, что важное место в глобальной контртеррористической стратегии отводится укреплению взаимодействия ООН с гражданским обществом, международными региональными организациями, научными кругами и другими заинтересованными сторонами в сфере борьбы с терроризмом. Только развивая существующие и устанавливая новые партнерские отношения с такими организациями, как университеты и исследовательские центры, мы сможем более эффективно решать наши общие задачи по предупреждению терроризма и борьбе с ним. С большим удовлетворением отмечаю успешный опыт сотрудничества моего управления с МГУ и Росфинмониторингом. В июне прошлого года в Москве мы провели важную конференцию по теме борьбы с финансированием терроризма, выявление уязвимости виртуальных валют и активов блокчейна и укрепление потенциала государств в сфере борьбы с финансированием терроризма. Терроризм – сложная задача, требующая комплексного анализа и комплексных ответных действий. Универсальной панацеи, так же как и от коронавируса, пока никто не придумал. Университеты, аналитические центры и независимые исследователи обладают уникальными возможностями для того, чтобы поднимать острые вопросы, проводить методологически обоснованные исследования и принимать активное участие в разработке политических решений на основе эмпирических данных. Вы проводите сборы и изучение данных, выявляете важные закономерности и тенденции, научно подпитывая работу профильных контртеррористических структур. Призываю вас в рамках изучения глобальных проблем человечества активно наращивать исследования проблем терроризма, сопутствующие ему насильственного экстремизма, их взаимосвязи с такими вопросами, как конфликты, глобальное управление и социально-экономическое развитие. Ваши наработки будут способствовать углублению понимания этих острых вопросов, а следовательно, выработке более эффективной всеобъемлющей контртеррористической политики, которая поможет нам перейти от сдерживания террористической угрозы к построению общества, устойчивого к терроризму. Уважаемые коллеги, надеюсь, что сегодняшний Конгресс станет для вас дополнительным стимулом для дальнейшего подключения МГУ к глобальным усилиям и поиску новых подходов в сфере борьбы с терроризмом. Желаю вам плодотворной дискуссии. Приветствие президента Межправительственного совета ЮНЕСКО по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта, чрезвычайного и полномочного посла постоянного представителя Уругвая при ЮНЕСКО госпожи Александры де Беллис Баниллы.
Hello everyone, greetings from Paris. My name is Alejandra de Velis. I am the chair of the UNESCO Intergovernmental Committee on Bioethics. It is a real honor for me to address to you today. And I would like to thank the Morozov Moscow State University and Professor Ealing, Dean of the Faculty of Global Processes, for having invited me to attend your 2020 Globalistic Congress. I would also want to thank my dear colleagues, Alexander Tuchalin and Yuri Sayamov. If the agenda of your Congress was already relevant before the COVID-19 pandemic crisis, I think it is much more now. This crisis is unprecedented in recent history and is testing our collective responsiveness. When the worst of this crisis will be over, there will be many lessons to be learned. All major crises create an opportunity to reconsider our systems. This is a unique opportunity to transform the way we produce, we consume, and we live. But this also implies fundamental questions that have to do with ethical principles, with ethical codes, with environmental ethics, with human rights and social justice. We are faced with ethical considerations that are fundamental to decision makers, but also to researchers and students like you in universities, in research centers and institutes. It is there that UNESCO work with its humanistic vision is so important. The experts of the International Committee of Bioethics of UNESCO and the UNESCO COMES Commission have recently published some weeks ago a very important statement on this topic that I strongly recommend you to consult. We are all together in this. This is a collective responsibility, and we have to strengthen our capacity for humanity and for global solidarity. I wish you a lot of success in your discussion these 2 days, and I really hope to meet you very soon in Moscow. Thank you so much, and goodbye to all of you. Конгресс приветствует вице-президент Российской Академии Наук, академик Юрий Юрьевич Балега. Уважаемые участники Конгресса, от имени Российской Академии Наук приветствую вас и желаю успехов в научных дискуссиях, творческом общении на полях Конгресса. Его проблематика позволяет заглянуть в будущее, наметить некоторые возможные направления глобальных процессов и подготовить научные рекомендации для дальнейших исследований, осмысления и использования в научно-образовательной деятельности. В связи с этим хочу обратить ваше внимание на программы фундаментальных исследований, проводимых в нашей стране, которые напрямую выходят на проблематику Конгресса и могут содействовать дальнейшим исследованиям процессов глобализации. Это программа «Большие вызовы и научные основы прогнозирования и стратегического планирования», руководитель программы, член-корреспондент РАН Иванов. Это программа «Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и обеспечения стратегического прорыва России», руководитель академик Тишков. И это программа «Роль и влияние планетарных процессов на происхождение жизни и эволюцию органического мира», руководители академики Розанов и Галимов. С учетом событий последнего времени в рамках этих фундаментальных исследований, координируемых РАН, важно, на наш взгляд, обратиться к весьма актуальной проблеме современной цивилизации и согласиться с утверждением замечательного ученого и мыслителя Никиты Николаевича Моисеева о том, что изучение стихии развития мегаполисов – одно из важнейших направлений в исследовании проблем, объединенных общим названием «Sustainable Development». Действительно, мегаполисы как эффект кооперативности и образа жизни одновременно представляют собой глобальный вызов и риски. В связи с этим современная наука призвана сформировать определенную стратегию по сохранению преимуществ жизни в крупных городах и максимальному уменьшению негативных последствий урбанизированных поселений. Как мы теперь понимаем, прежде всего из соображений эпидемиологической безопасности.
Это направление исследований недавно было озвучено на международной научной конференции «Моисеев о России в 21 веке. Глобальные вызовы, риски и решения» и оказалось весьма актуальным. Примечательно, что эта конференция, как и Международный форум России в 21 веке «Глобальные вызовы, риски и решения» в 2019 году была проведена Российской академией наук совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова. Интеграция академической и вузовской науки в исследованиях процессов глобализации имеет мультипликативный эффект. Высокопрофессиональная подготовка молодежи, научно-педагогических кадров и глубокие научные исследования формируют современную научную картину мира и стратегию научной дипломатии. Все это способствует налаживанию мостов диалога, сотрудничества и доброжелательности в современном мире. Желаю всем участникам Конгресса здоровья и успехов на этом благородном поприще. Слово для доклада заместителю председателя Организационного и программного комитетов Конгресса, доктору политических наук, профессору, декану факультета глобальных процессов МГУ, вице-президенту Межправительственного комитета ЮНЕСКО по программе «МОСТ» и председателю Российского национального комитета программы Илье Вячеславовичу Ильину. Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Разрешите от имени факультета глобальных процессов Московского университета, всех организаторов нашего общего дела, 6-го Международного научного конгресса «Глобалистика-2020», от всей души искренне поприветствовать, пожелать успехов в работе и, конечно, как положено сейчас, крепкого здоровья. Проведение конгрессов «Глобалистика» – это одна из, конечно же, важнейших инициатив нашего факультета, инициатив Московского университета последних лет. Самое важное, что эта инициатива была поддержана фактически всем глобальным научно-образовательным сообществом. Этому проекту уже более 10 лет. Дело в том, что первый конгресс прошел еще в 2009 году, и он стал действительно очень важной научной площадкой для обсуждения таких перспективных научных междисциплинарных направлений в области, в первую очередь, глобальных исследований, учеными фактически всего мира. И было очень приятно, что, начиная с первого конгресса, и вот уже 6-й конгресс мы проводим, площадки нашего научного мероприятия собрали фактически 10-15 тысяч ученых из более чем 50 стран мира, фактически со всех континентов, кроме Антарктиды. А среди гостей, основных спикеров конгресса стали, без сомнения, всемирно известные ученые, выдающиеся специалисты, которые сделали себе не только яркое, всем известное имя, но и внесли существенный вклад в развитие научных исследований, внесли существенный вклад в решение глобальных проблем. За годы проведения, еще раз хочу подчеркнуть, это стало фактически крупнейшим научным мероприятием по глобальной тематике и проблематике. А тематика, которая была вынесена на площадке Конгресса, она, без сомнения, реагировала, очень чутко реагировала на актуализированную глобальную повестку дня в области глобального развития международных отношений. Уважаемые коллеги, дорогие участники Международного научного конгресса «Глобалистика-2020», конечно, я хотел бы всем пожелать в эти дни очень успешной работы, очень плодотворного сотрудничества. Мы так соскучились по общению, по обмену мнениями, по обмену идеями. Тем более, действительно, человечество стоит перед новой глобальной проблемой, перед новой глобальной угрозой. Я бы хотел всей души пожелать не только успехов, но и крепкого здоровья. В наши дни это очень актуально и очень важно. Но самое главное – это сохранять и здравый смысл, бодрое настроение, оптимистический взгляд в будущее, несмотря на иногда мрачные прогнозы. И до скорой встречи, дорогие мои, уважаемые, любимые участники, организаторы нашего общего дела, которое объединило нас, сплотило нас. И вот этот проект, Конгресс «Глобалистика», стал очень знаковым, важным не только в научно-образовательном сообществе, но и в жизни каждого из нас. Желаю вам от всей души хорошего настроения, бодрого самочувствия и новых интеллектуальных побед. Спасибо за внимание.
60-х годов прошлого века ведет свою активную многогранную экспертную деятельность одна из ведущих организаций в области глобальных исследований «Римский клуб». Слово для приветствия сопредседателю «Римского клуба», видному ученому, общественному деятелю и эксперту из Южной Африки доктору Мамфеля Рамфеле. I'm Mamphele Ramphele, a co-president of the Club of Rome. I bring you greetings from my co-president, Sandrine Dixon de Klerk. We are very privileged to be part of this historic, prestigious Congress. Congratulations to all the organizers for the wonderful work they did under pressure despite the disruptive impact of the virus. We are here as a human race being reminded very forcefully about what really matters for us as human beings. We are human because of the core values that have come out beautifully during this pandemic crisis. Interdependence, interconnectedness, empathy, compassion, and resourcefulness. But the virus has also exposed our vulnerabilities, our inability to be good stewards of this Mother Earth that we've been given. We are now here meeting to explore what kind of human civilization would be a resilient one in with the benefits of the wisdom that we derive from this pandemic. The Club of Rome has committed itself to exploring emergence from this multi-layered emergency that we face. In doing so, we know that we can only succeed if we work together with others. We need, as a global community, to ask ourselves what needs to change in terms of the civilization that we have come to know as the human civilization of the 21st century. What values should we embrace to make sure that we are resilient and we are resourceful and that we focus all of our attention on the promotion of well-being that the virus reminded us is all that matters, but not just the well-being of people, but the well-being of our Mother Earth. This Congress is a wonderful opportunity for every one of us to come here with open minds to celebrate, first of all, the 75 years that the Congress is celebrating of freedom from the World War II. We also are here to celebrate how humanity has moved away from the tragedy of that war to come together under the umbrella of the UN system. But we need to do more. We need now to challenge ourselves to say, how do we emerge out of the current emergency with all its multiple crises into a civilization that is focused on well-being? I trust that all of us will do what we can to contribute the considerable expertise, experience, and just the joy of being together. I wish you everything of best for this Congress. Thank you.
последние годы активно развивается наше сотрудничество с основанной такими выдающимися учеными, как Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел, Всемирной академии искусства и науки. Слово для приветствия президенту и генеральному директору академии, американскому писателю, эксперту и общественному деятелю Гарри Джейкобсу. Good morning. I'm Gary Jacobs, President and Chief Executive Officer of the World Academy of Art and Science. I'm very pleased to be here today for the inaugural session of the 6th International Scientific Congress, Globalistics 2020, Global Problems and the Future of Humanity. I previously attended two of these conferences live in Moscow. I know how important they are, how valuable they are, and how timely it is that we're conducting a conference on this topic today at this very moment in history. I'm grateful to the organizers, Lomonosov Moscow State University, and the Russian Academy of Sciences, for undertaking this event during such a difficult moment in history. I'm also pleased that the World Academy is partnering with UNESCO and Club of Rome in this event. The World Academy is a partner of with consultative status with UNESCO, and a few of our fellows hold prestigious UNESCO chairs. We congratulate UNESCO on its 75th anniversary this year, an organization that has such enormous potential for supporting peaceful global social evolution. We cannot exaggerate its importance to the future of humanity. Indeed, former Director General of UNESCO, Federico Mayor, is one of our distinguished fellows and sits on the advisory committee of the Academy. I'm also very pleased to be partnering with the Club of Rome and congratulate the club on its 50th anniversary. Our association with the club goes back many decades. Today, more than 30 fellows of the Academy are also leaders and members of the Club of Rome. I myself am a member. Our two organizations are currently partnering on two important projects, and we're very pleased to work together on this event today. The year 2020 also is the 60th anniversary of the World Academy of Art and Science, WAS, as we call it. The Academy was founded in 1960 by eminent intellectuals, including Albert Einstein, Bertrand Russell, Robert Oppenheimer, known as the father of the atomic weapon, the atomic bomb. It included Professor Needham, the co-founder of UNESCO, Lord Bord, or the first director general of FAO, Dr. Chris Holm, the first director general of WHO, and many other distinguished scientists and intellectuals. Eminent scientists from this region in the past include Sergei Kapitsa, Ilya Prigozhin, Peter Tim Sorokin, today Kasym-Jomart Tokayev, the president of Kazakhstan, and five leading members of the Russian academia, including Yuri Osipov, the president of the Russian Academy of Science, Ruslan Grinberg, the UNESCO chair for globalistics here at Moscow State University, Yuri Saramov. The World Academy of Art and Science is not structured and operating according to the traditional pattern of national academies. From the very start, we worked as a multidisciplinary, transdisciplinary organization. We're not divided by scientific discipline. We're focusing on specific global issues. The objective of the Academy is to examine the social consequences and policy implications of knowledge, and the social responsibility of science and technology and academia for addressing pressing global challenges. We currently are collaborating with the United Nations office in Geneva on a project called Global Leadership in the 21st Century, a topic which we'll be discussing here at the Congress later today, and with the United Nations in New York on another project called The Future of Capital. We can't overestimate the importance of this 6th International Congress.
Today the world faces multi-dimensional challenges of unparalleled urgency and significance. The most immediate of them, of course, we are all familiar with, the COVID-19 pandemic, which has paralyzed the life of large portions of the world. It's had tremendous economic impact, far greater likely than the 2008 financial crisis, and potentially in some areas approaching even the devastation of the Great Depression. At the same time, we see the resurgence of Cold War mentality and competition, which threatens to revive the oppressive international climate of the Cold War and nuclear arms race. We see rising inequality. Both the opportunities and the challenges posed by the rapid onset of the Fourth Industrial Revolution, and of course, looming beyond and above all of them, the existential threat of climate change. There's an urgent need for us to halt the retreat to competitive nationalism and economic rivalry, to restore and strengthen multilateral institutions and multilateral diplomacy. We need a quest for a new paradigm for human affairs, a value-based paradigm that's inclusive of all humanity, that's focused on the need for fairness and equality and security, human security for all, in a world we share and can never separate from one another. We need also to develop the theoretical framework for a comprehensive theory and knowledge of this process of global social evolution. We also need practical catalytic strategies that can break the logjam of inertia, entrenched powers, vested interests that slow, obstruct, and halt humanity's progress at this critical juncture. We of the Academy look forward with great anticipation to the proceedings of this Congress and to working with the scientists and intellectuals who are participating in it and all the partnering institutions who are involved in it, not only here, but for our work with the United Nations on global leadership. And we look forward to a close and fruitful association with you in future. Thank you. Большую роль в нашем сотрудничестве с ЮНЕСКО играет видный эксперт, профессор, начальник отдела исследований политики и прогнозирования сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО Джон Кроули. Good morning from Paris. My name is John Crowley. I'm chief of section for UNESCO's section for research policy and foresight in the social and human sciences sector. And I'm responsible for the Secretariat of UNESCO's Management of Social Transformations program. And in that capacity, it's a great pleasure to be participating today in the opening of the Globalistics 2020 Congress. I've been discussing the planning of this Congress for many months with Ilya Ilin and Yuri Sayamov, and I'm very grateful for the opportunity they're giving to me and through me to UNESCO to participate actively in this very important discussion, along with our partners, the World Academy of Arts and Sciences and the Club of Rome, and I really welcome the opportunity to work closely with them as well. Needless to say, for a program called Management of Social Transformations, this kind of discussion is extremely important. Even before the current pandemic situation, which leads us to radically new ways of working, we were discussing the ways in which a program like the MOST program needed to reconsider some of its parameters to take account of the way in which the world is transforming itself. MOST was created, as many of you may know, in the 1990s to respond to a certain phase of transformation of the world. Many of the transformations that took place in the 1990s are still playing out. They haven't gone away. But overlaid on top of them, a whole series of processes, technological, social, environmental, geopolitical, have arisen that make it necessary to reconsider the nature of transformations, the nature of the global within our understanding of social transformations in new ways. And of course, on top of that arrives now a health situation which is in many ways unprecedented, not so much the pandemic itself, which is definitely not unprecedented. In many ways, the whole history of humanity is, among other things, the history of our interactions with viruses and other kinds of invisible pathogens.
but in the way it's been dealt with. For the first time, perhaps, we have been confronted with this strange situation of a genuinely global emergency unfolding in slow motion, which means that we are thinking about our responses, thinking about the meaning of the situation we are in as the pandemic is unfolding, and looking forward to a timeline that's very unclear, during which perhaps for the next 6, 12, 18 months or beyond, the question of living with pandemic risks in new forms will be at the heart of policy challenges in every country and globally, but also in the heart of a new way of envisaging what it is to form a society. I was recently involved in a very interesting television debate that raised some interesting questions about whether, at the time we are now in this pandemic, a couple of months into its unfolding at the global level, it is appropriate or wise or prudent to stay in or to go out. I'll be very happy in the course of the discussions to share more information about this debate with you and allow you to watch it on social media if you're interested. And one of the striking things about the debate, which echoes the national debates in many countries of the world, is the extent to which everything has been phrased in terms of a conflict or a contrast between health and the economy. Stay in if you want to protect health and if you care about that more than the economy. Go out if you want to save the economy and if you care more about that than about public health. But is human life just about being healthy and working hard? What is it to live in a society in which our prime duty is to stay healthy and our essential right is the right to go out to work? Doesn't that leave a lot of human existence out of the picture? Which underlines the extent to which our challenges of understanding in the face of the global transformations of the pandemic, which are connected to global transformations that were unfolding even well before the pandemic, are about not just defining how systems work, defining the ways in which pandemics as social phenomena unfold on the back of the biomedical processes by which viruses infect humans, but also about making sense of the situation, defining the values with which we need to face this situation, defining the ways in which policy trade-offs might be made that make sense in terms of the human communities that need to live with them. In other words, defining a self-understanding of contemporary human societies as connected to the pandemic circumstances, and at the same time, making sense of the system within which particular kinds of policy responses will need to be adopted in more or less explicit ways to deal with the pandemic and the intended risks, in particular, of course, if there is no solution. And like many so-called wicked policy problems, this pandemic doesn't have an obvious solution. There are ways of dealing with it, but none of them make it go away. They are all ways of living with pandemic risk rather than finding ways of living without the pandemic risk. This is just an illustration, but of course a very timely one, because it's precisely the moment in which we open this meeting. And I think it gives the tone for many of the discussions that will take place over the next days. And I will have the pleasure of participating actively in the rest of the meeting. I'll be contributing to the moderation of a session. And on Friday, I've been very generously offered the opportunity to make a whole lecture on the subject. So I don't want to expand on the substance now. Just say how happy I am on behalf of UNESCO and also in my personal capacity to be so closely involved with this meeting, how delighted I am to be able to give substance in this way to the strong cooperation between the MOST program and the UNESCO chair on global processes and ethical challenges at the State University of Moscow in the name of Lomonosov. And thank you all for being here, virtually, of course. And I look forward, actively and live this time, to participating in the discussions, and I hope identifying some new paths for how we can refine our concepts and our methods, and perhaps also our modes of institutional cooperation to respond to the challenges, not just of this pandemic, but of the world in which a pandemic like this turned out to be possible. Thank you, and I look forward to the rest of the discussions.
Из приветствия почетного президента Римского клуба профессора Эрнста Ульриха фон Вайтзекера. Дорогие друзья, для меня большая честь иметь возможность выступить перед участниками такого чрезвычайно важного конгресса по глобалистике. Вы правильно подходите к решению глобальных проблем наших дней. Я верю, что у каждого из вас есть большое желание достичь мира во всем мире и глобального сотрудничества. Я полностью разделяю ваше желание. Римский клуб был результатом той атмосферы оттепели, которая объединяла новаторов и исследователей Запада и Востока для решения общих проблем, которые, по сути, были глобальными. Инициатива создания Римского клуба принадлежит выдающемуся и итальянскому промышленнику Аурелио Пичеи. Он осознал, что ведение бизнеса как постоянного процесса перевооружения и безудержного экономического роста станет смертельной опасностью для всего мира. Пичеи собрал очень необычную команду из представителей академических кругов и бизнеса как с Востока, так и с Запада, объединенных общей верой в необходимость совместного сотрудничества для анализа и понимания природы глобальных проблем. Одним из первых значительных достижений такого сотрудничества стала знаменитая книга «Пределы роста» Доннеллы Медоуз, Денниса Медоуза, Йоргена Рандерса и Уильяма Бернса. Все они, можно сказать, были представителями академической молодежи. Эта книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Это было шоком для мира, безумно одержимого чистым экономическим ростом, игнорирующим пределы нашей планеты. По всему миру было продано 30 миллионов экземпляров, переведенных на все основные языки, включая русский. Многие из современных ученых, экологов и политиков заявили, что книга «Пределы роста» подтолкнула их к решению заниматься улучшением состояния окружающей среды. Чтобы справиться с нынешними серьезными глобальными вызовами, нам необходимо новое мышление, даже новое просвещение. Глобалистика – это правильный термин для всеобъемлющей науки, решающей такие масштабные проблемы. Мы, члены Римского клуба, будем рады сотрудничать с вами. Спасибо. Нам поступило приветствие от Китайского общества экологических наук, отделения традиционной культуры и экологической философии. Генеральный секретарь отделения профессор Гао Ян.在全球应战冠状疫情面临生命大考的关键时刻，举办这样一个全球学2020全球问题与人类未来国际性会议，我代表中国环境科学学会、传统文化与生态哲学分会，向大会致以诚挚的祝贺，向各位专家学者朋友们表示亲切的问候。全球问题与人类未来。 是一个大命题，也是在一个相当长的历史阶段，一个严肃而又永久的话题。可以说，我们人类面临的问题很多很多，摆在我们面前的不仅是新冠疫情问题，我们还面临严峻的环境问题，生物多样性问题，生物面临灭绝问题，全球变暖问题，火山爆发问题，干旱问题。 接踵而来的是疾病、流行问题，也就是天灾问题，还有粮食安全问题，我们还面临暴力及战争爆发问题等等。因而，中国国家主席习近平指出，人类命运共同体的理念，在这一理念指导下，我们必须正视威胁，团结起来战胜困难，才有可能避免遭遇灭顶之灾。 全球问题与人类未来既是理论问题，也是我们面临的实际问题。但是，我们必须从理论上有一个前瞻性的预见，还要有理论性的理性思维，用以指导我们的实践。以上说明我们这次大会有着重要的实践意义和长远的历史意义。我衷心祝愿大会圆满成功。 并以诚挚之情邀请你们参加我们2020年10月17至20日在海南岛博鳌举办的第10届
传统文化与生存文明国际研讨会。届时我在博鳌等待并欢迎你们的到来。谢谢大家。Из приветствия президента Сокка Гакай Интернешнл господина Дайсаку Икеды по случаю открытия 6-го международного научного конгресса «Глобалистика». Многоуважаемый ректор Московского университета Виктор Антонович Садовничий, уважаемые участники конгресса, дамы и господа, прежде всего позвольте мне выразить глубокие соболезнования всем людям мира, потерявшим родных и близких из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем низко преклоняюсь перед самоотверженным и героическим трудом всех медицинских работников и специалистов разных областей, которые работают день и ночь, не жалея сил, и всецело отдают себя защите бесценных человеческих жизней. Нам хорошо известно, что Московский государственный университет проявляет блестящие инициативы для расширения возможностей лечения этой невиданной болезни на базе своего медицинского научно-образовательного центра. Выражаю искреннюю благодарность и уважение профессорам, студентам и выпускникам МГУ и всем, кто выполняет благородную миссию в это весьма непростое время. Примите, пожалуйста, мои самые сердечные поздравления по случаю открытия Международного научного конгресса «Глобалистика-2020», приуроченного к 265-летию со дня основания Московского университета, 75-летию создания Организации Объединенных Наций и 15-летию факультета глобальных процессов МГУ. Нет сомнений в том, что данный международный научный конгресс, организуемый Московским университетом, великим храмом науки и образования мира и посвященный теме глобальной проблемы и будущее человечества, имеет чрезвычайно важное значение для всего международного сообщества в борьбе с тяжелейшими испытаниями. Пользуясь случаем, позвольте мне передать участникам Конгресса свою твердую уверенность в том, что высокие умы науки России и мира, собравшиеся на этой платформе, смогут найти верное направление для преодоления нынешних трудностей и созидания мирного сосуществования и взаимного процветания во имя будущего человечества. Дайсаку Икеда. Полный текст приветствия на сайте Конгресса. Уважаемые коллеги, нам поступило приветствие ректора университета Урбино, Италия, профессора Вильберто Стокки. Dear friends and colleagues, first of all, I hope to find you all healthy in these tragic days for humanity, and I thank you for the renewed honor that you give me in providing a welcome address to the Globalistica Congress again. This is one of the events I most care about in my life, both as a rector and an academic scholar. These are important moments because they mark the beginning of an important event rather than for the message they themselves carry. And yet, the exceptional period we are living requires me to say something related to my research field, which is biochemistry. I would never thought in my long career that being a biochemist would have facilitated me in governing a pandemic emergency in my University of Urbino. I never thought that on my decision, not only the quality of research and development of the institution that I have the honor of governing would depend, but the very life of my students and colleagues. Before I make some brief, but in my opinion, fundamental considerations on the mistakes that have been made, on the lessons we have learned, and on the role that university must play in coordinating the international research effort, allow me please first to express some words of gratitude on behalf of my community for the important help that the Russian Federation has given to Italy in fighting the virus when we need it most. Please, I believe that these feelings of deep gratitude and friendship
are those of the vast majority of Italians, and I am personally very sorry for those isolated cases that have raised doubts about their effectiveness. I want to be very clear here. Russian aid has been not only welcome, but fundamental for us to overcome the crisis. We will always remain grateful for that. Having made this necessary premise, it is important to say that the appearance of the virus was similar to the arrival of the winter in Russia. Namely, it had been known from some years that it was a real risk and that sooner or late it would come. Yet, when it arrived, it caught us all unprepared. The urgency of knowing better the nature of this retrovirus in an effort to give adequate answers also highlighted the significant evaluation errors which unfortunately contributed to a very high number of victims, an aspect that has contributed to determine highly critical situations as regards the spread of COVID-19. Concerning the fact SARS-CoV-2 mainly affects the upper respiratory tract, where the viral load remains very high for 5 to 6 days in a condition which sees the patients asymptomatic but capable of transmitting the virus. This condition is very different from the epidemic caused by SARS-CoV-1, which affected the lower respiratory tract. Unfortunately, not having immediately understood this dynamic has led to very serious situations in every country. The unpreparedness did not lead to the most logical thing, that it would have been appropriate to make an intelligent use of the diagnostic tools, among other things, the only way to diagnose the infection. In fact, highlighting a positive result, it would have been important to reconstruct in the shortest possible time the map of the contacts and to perform tests to each of them. This would have allowed to know the real situation in a given place and thus limit the infections. In this pandemic, we observed an extraordinary commitment by international research structures to sharing in real time the daily information acquired to combat the virus, from the use of molecules, from more effective approaches and therapeutic strategies to efforts to obtain a vaccine. Once again, the central role of your university was highlighted not only for research activities, but also to encourage the resumption of productive activities by making available their research structures and scientific skills for a gradual return to normality and safety. This pandemic, unfortunately, showed us that it would have been more appropriate to allocate resources and qualify human capital for the protection of everyone's health rather than to other areas, highlighting the fragility of each country worldwide. The biggest paradox is that in the face of the first real global crisis, where all world leaders found themselves handling the same problems, we were unable to respond globally. I am convinced, dear friends and colleagues, that this Congress will contribute significantly not only to understanding the crisis that has hit us, but above all to help us defend ourselves from future similar crises that will affect us. I wish to all of us a fruitful and successful Congress. Thank you. Участников Конгресса приветствует видный немецкий журналист-международник, член Валдайского клуба Александр Рар. Я считаю это очень уместным и своевременным, что МГУ проводит в эти сложные дни или недели, когда во всем мире
бушует коронавирус, столь важную стратегическую конференцию на тему политики и экономики в 21 веке. Меня пригласили прочитать доклад о европейской перспективе. Я очень польщен. Спасибо, что вы меня пригласили. Я буду выступать от трех организаций, и все эти три организации от всей души приветствуют МГУ и саму конференцию, и очень рады в ней участвовать. Это Германо-Российский форум, один из главных организаторов российско-немецких встреч и конференции в течение уже нескольких лет. На втором месте Совет российской экономики в Германии, который организует и российских, и немецких бизнесменов в одну организацию, которая пытается решать экономические вопросы в духе двух стран. И, кроме того, я представлять буду институт Welttrends, мировых трендов, от Потсдамского университета, который тоже очень активно включается в научную работу. Я попытаюсь проанализировать то, что связано сегодня с Германией, как Германия выходит из кризиса коронавируса, и как Германия постепенно будет пытаться опять консолидировать Европу. Здесь уместно сказать, что очень важные шаги нужно будет провести не только в здравоохранении, но и в спасении экономики, в том, чтобы не состоялись на социальные потрясения, чтобы не было политических катаклизмов. И, конечно, интересно посмотреть, каким будет новый европейский или даже мировой порядок. Я думаю, об этом очень интересно будет поговорить в рамках нашей конференции. И потом еще очень главная тема, на которой я хочу заострить мое выступление, и меня Германо-Российский форум, и Институт Welttrends, и Совет российской экономики очень просили в этом ключе тоже выступить, это подумать о тех будущих возможностях сотрудничества между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. Я думаю, настало время очень серьезно сделать и разработать план, как вот эти две крупнейшие организации, два экономических, политических блока, можно тоже сказать, нормализовали бы отношения друг с другом и начали бы сотрудничать. Я думаю, что в Германии и во Франции не против такого сотрудничества. Германия тоже понимает, что плохо для Европы остаться где-то в полном давлении, с одной стороны, со стороны Америки, со стороны Китая. Без России Европа будет трансатлантическим сообществом. Хорошо или плохо, но это не Европа. А вместе с Россией действительно Европейский Союз создает общую, большую и сильную Европу, которая будет самостоятельным актером между Америки и Китаем, будет и с теми, и с другими сотрудничать. Вот в это русло я хотел бы направить нашу дискуссию. Надеюсь, что она получится. Надеюсь на много вопросов, на ответов. Очень рад встреч и спасибо за приглашение. В адрес Конгресса поступило послание от Эрвина Ласла, основателя и президента Будапештского клуба, основателя и директора Института исследований новых парадигм Ласла, автора книги «Переподключение к источнику», изданной в этом году в Нью-Йорке. «Глобальная пандемия – это возможность для глобальных перемен, для быстрого и эффективного перехода к лучшему миру. Даже если некоторые люди находятся в депрессии и не видят света в конце туннеля, пандемия, которую мы переживаем, временно, она войдет в историю, как и все предыдущие пандемии. Но перемены, которые она приносит, могут быть продолжительными. Это может быть изменение к лучшему или изменение к худшему. Сделать это изменение к лучшему – это возможность, которую мы не можем позволить себе упустить. Мы находимся в точке бифуркации. Бифуркация – это процесс внезапного разветвления эволюционной траектории сложной динамической системы.
Мы живем в моменте глобального системного сдвига, который мы обсуждали и ожидали в течение многих лет. Мы уже кое-что узнали о таком сдвиге. Он односторонний, его нельзя повернуть вспять. Но он не предопределен заранее, он допускает выбор. В точке бифуркации мы можем выбирать путь, по которому идем. Впервые в истории мы можем сознательно и целенаправленно выбрать свою судьбу. Это может быть светлая судьба, расцвет новой эры здравомыслия и процветания. Но будет ли это так, пока не определено. Это зависит только от нас. Когда речь заходит о выборе путей нашей жизни и пути к нашей судьбе, возникает новый вывод. Мы можем взять свою жизнь и свою судьбу в собственные руки. Мы можем быть теми переменами, которые хотим видеть в мире. В точке бифуркации мы – хозяева своей судьбы. Это мы должны осознавать, и это мы должны реализовывать на практике. От этого зависит наше здоровье, наше благополучие и само наше выживание. Мы можем поблагодарить пандемию за открытие пути к глобальным преобразованиям. Теперь открыт путь для создания лучшего мира. Мира, который соответствует силе и потенциалу человеческого духа. Когда пандемия утихнет и войдет в историю, создание лучшего мира станет нашей эпохальной задачей. Никогда еще не было более волнующей и более важной задачи в истории человечества. Эрвин Ласло. С полным вариантом послания можно ознакомиться на сайте Конгресса Глобалистика. Слово видному американскому историку, профессору кафедры истории и директору Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питеру Кузнику. I want to send greetings from Oliver Stone and me to our friends in Russia and around the world. I'm speaking from my home study here in Bethesda, Maryland, just outside of Washington, D.C. Oliver sends greetings from his home, the opposite side of the continent, in Los Angeles, California. We were both really looking forward to being with you in person this year. I think fondly back to the 2017 Congress that I participated in and was looking forward to seeing my friends and colleagues again this year. The Globalistics 2020 Congress comes at a crucial juncture in world history, a time of great possibilities, but also a time of great risks and dangers. We recently had reminders of what international collaboration in a positive sense can achieve. We just commemorated the victory over Nazism on the European front in World War II, a victory in which many of our countries collaborated together, the United States, Russia, Britain, China, and many others in defeating fascism. But we've also had the other examples recently, which we're seeing today, the negative example of what happens when great nations behave in a hostile and antagonistic fashion toward each other. For years in this country, in the United States, the discourse has been dominated by this theme of demonization of Russia, demonization of Vladimir Putin, growing hostility between our countries. Now that narrative seems to be supplanted by a new narrative, and that new narrative is the demonization of China, equally dangerous, equally wrongheaded. So I'm going to address that more fully later in the Congress. While it's fine for our nations to criticize each other, in the interest of improving each other, what's happening now is of a different sort. The threats to our planet have never been greater, so the need for working together has never been greater. The need for understanding each other has never been greater. The need for talking to each other has never been greater. We need to be collaborating to solve the world's problems, problems that we face as a global community. The current pandemic has made our interconnectedness more apparent than ever. What happens in one part of the world
affects everybody in all parts of the world. We should be working together to find solutions to global health problems, including pooling efforts to develop a vaccine against coronavirus. We need to be working together to halt the global warming that threatens our planet, working together to eradicate poverty and shrink the gap between rich and poor, working together to find peaceful solutions to the world's conflicts, and working together to end the insanity of the nuclear arms race. I think back to the year after the Cuban Missile Crisis. I'm reminded of letters that Nikita Khrushchev wrote to John Kennedy, in which he urged Kennedy to work together to solve all the conflicts, all the crises, all the issues between us at that time. And Kennedy, a little belatedly, responded, but he did respond. And there was that during that time that they tried to end the Cold War. Kennedy was talking about pulling out of Vietnam. There were so many things going on, ending the nuclear arms race. But I'm particularly reminded of Kennedy's words when it came to the space race. This was Kennedy's signature initiative. And he said, in 2 months before he was assassinated, and I'd love to read it to you. He says, it talks about a joint expedition to the moon. And he says, why therefore should man's first flight to the moon be a matter of national competition? Why should the United States and the Soviet Union, in preparing for such expeditions, become involved in immense duplication of research, construction, and expenditure? Surely we should explore whether the scientists and astronauts of our two countries, indeed of all the world, cannot work together in the conquest of space, sending someday in this decade to the moon, not the representatives of a single nation, but the representatives of all of our countries. I mean, I can't think of a sentiment that applies more to the new search for a coronavirus vaccine or for solving the rest of our problems. So it's in that spirit that I wish everyone good health, and I look forward to a most constructive and productive Globalistics Congress, and I also look forward to being there with all of you in person next year. Thank you. Уважаемые коллеги, в нашем конгрессе принимает участие основатель и президент Американского университета в Москве, профессор, президент Всемирного российского форума и ежегодно проводимых слушаний в Конгрессе США по вопросам американо-российского сотрудничества Эдуард Дмитриевич Лозанский. Dear colleagues, friends, welcome to Moscow State University, where we're about to begin the 6th International Scientific Congress, Globalistic 2020. Actually, it has another subtitle, which is Global Issues and Future of Humankind. Pretty ambitious, I would say. And I came to the conclusion that this is not just another academic conference, but in addition, it carries a very strong message to all of us and all countries around the world. This message is about the importance of unity in times when we realize how fragile this beautiful planet Earth and its entire living species are. The number of threats to our survival is constantly growing, with the recent addition of the coronavirus to an already weighty list that included nuclear security, international terrorism, climate change, and even asteroid strike, just to name just a few. So what do we do about it? Some are trying to continue with traditional policies, divide and rule. But here, I believe, all of us in this Congress, we are thinking about united we stand. Only if we are united, we succeed. I am very proud to be a part of this extraordinary conference and will do everything possible to engage many of my American friends to implement some of the ideas that will be presented during this Congress. Thank you. Участников Конгресса приветствует видный китайский философ, профессор Пекинского педагогического университета Чжан Байчунь.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Разрешите мне от имени Китайской ассоциации исследователей русской философии всех вас приветствовать. Тема конгресса очень актуальна. Человечество сегодня находится в критическом состоянии, в которое его привели именно глобальные процессы. Я ценю коллег факультета глобальных процессов за их усилия провести очень важный конгресс с помощью интернета в это сложное время. Сам факт существования такого факультета дает нам надежду, что мы будем лучше понимать глобальный мир, в котором живем. Кстати, во время моей последней стажировки в Институте философии Российской академии наук я 20 февраля этого года выступил на этом факультете. Тогда проходил очень интересный семинар по глобалистике. Сам я собирался приехать на этот конгресс, представил свои тезисы и статью. Но из-за распространения коронавируса по всему миру мне придется с вами обращаться вот таким образом. Это лишний раз свидетельствует о том, что нам нужно пристально изучать глобальные процессы, которые касаются нас всех без исключения. Мне думается, глобальные темы, хотя они и являются междисциплинарными, тем не менее, они прежде всего философские. В философском плане они изучаются главным образом в России и в Китае. Время для сотрудничества философов двух стран по глобальным вопросам пришло. Мы с вами будем вместе их изучать и решать. Конгресс проходит в необычное время и в необычном формате. Но я надеюсь, что ничто не помешает нашей успешной совместной работе. Нас ждут очень интересные доклады и дискуссии. Желаю всем вам успехов и здоровья. Спасибо за внимание. Конгресс приветствует Ван Сяобо, проректор по вопросам международного сотрудничества Северо-Восточного педагогического университета, город Чанчунь, провинция Цзилинь, Китай. Уважаемые профессоры Ильинь, уважаемые участники конгресса, здравствуйте. Мы очень рады, что на факультете глобальных процессов МГУ проводится международный научный конгресс «Глобалистика 2020. Я от всей души поздравляю вас с проведением конгресса и выражаю самое искреннее уважение и теплые приветствия коллегам и гостям конгресса. Московский государственный университет имени Ломоносов является одним из важнейших партнеров Северо-Восточного педагогического университета в России. С момента установления партнерских отношений и подписания договора о сотрудничестве руководства двух университетов высоко оценили взаимное сотрудничество и оказали огромную поддержку для достижения плодотворного взаимодействия. В этот особый период МГУ проводится международный конгресс «Глобалистика 2020», на котором ученые обсуждают глобальные проблемы и будущее человечества. Уверен, что человечество справится со всеми испытаниями и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество и общение с вашим факультетом и университетом. Есть любовь, которая не боится ветра, который приходит быстро. После ветра и дождя будет солнечный день. С нетерпением жду, что когда снег и лед растают и зацветут цветы, мы снова с вами встретимся. В заключение, желаю конгрессу больших успехов и блестящих результатов, а другим коллегам крепкого здоровья и семейного счастья. Наш коллега из Чехии, доктор Марик Рубик, директор Центра глобальных исследований при Чешской академии наук, Прага. Уважаемый председатель Конгресса, ректор МГУ имени Ломоносова, уважаемые представители принимающих стран Российской академии наук, Московского государственного института
международных отношений ЮНЕСКО, Факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова, Всемирной академии искусств и наук Римского клуба и все другие организационные учреждения. Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, для меня большая честь, что я могу выступить перед вами на 6. международном научном конгресе «Глобалистика. Глобальные проблемы и будущее человечества». Я очень ценю наше долгосрочное сотрудничество нашего Centra globálnych isledovaní pri Českej akademii nauk v Prahe s rasijskými kolegami, zanímajúšimi sa globálnymi isledovaniami v oblasti globálnych isledovaní i takže filozofii i smešných disciplín. Etot god neskolkých vážnych godavščín. Prežde vsievo, я бы назвал 75 лет со дня победы во Второй мировой войне. Красная армия была главным актером, который был важен для победы. Я, мои коллеги и граждане Чехии благодарны русским и другим солдатам за столь большую борьбу. С тех пор мы отмечаем также 75 лет Организации Объединенных Наций и ее учреждений, включая ЮНЕСКО. Поздравляю также с юбилеем 265 лет Московскому университету и Факультету глобальных процессов проведения конференции в течение 15 лет. Пожалуйста, прости меня, мой плохий русский язык. Я делаю все возможное. Желаю вам всего наилучшего для успеха конгресса, освещения лекций, дискуссий и совместных встреч. Глобальные исследования очень важны, потому что они дают глубокий анализ глобальных процессов, глобальных опасностей, в том числе войн и других конфликтов, глобальных вызовов и возможностей глобального мира. Я желаю всего наилучшего всем нам, всему человечеству, чтобы они жили вместе в мире, сотрудничестве и согласии. Конгресс может очень помочь в этом деле. Спасибо большое за внимание. До свидания. Профессор Махмуд Хадид, генеральный секретарь Государственного университета в Хомсе, Сирия. Уважаемые участники, организаторы и гости конгресса «Глобалистика 2020». Приветствую вас из Сирии, из университета Аль-Бас, город Хомс. Меня зовут доктор Махмуд Хадид. Я профессор на факультете нефтехимический факультет, генеральный секретарь университет Аль-Бас. Нам особенно важно участвовать в конгрессе по таким важным темам, как исследование и развитие, глобализация, глобальных проблем и перспектив развития мирового сообщества, экологии и сфер международных отношений. Благодарю за приглашение участвовать в международном конгрессе «Глобалистика 2020», организованным Московским государственным университетом имени Ломоносова. Желаю всем участникам конгресса плодотворной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия.
профессор Эдмон Салюм, заведующий кафедрой нефтяного факультета Сирийского частного университета. Уважаемые коллеги, добрый день. С вами говорит Салюм Эдмон из Сирии. Я кандидат технических наук по специальности добычи нефти. Я завкафедры нефтяного факультета в Сирийском частном университете. Во-первых, я горжусь тем, что я выпускник Академии нефти и газа имени Губкина, город Москве. Во-вторых, я благодарен вам за приглашение на участие в круглом столе вашего конгресса. Я прочитал все направления вашего конгресса, и действительно вы трогаете очень важные темы, а именно глобальная экология. Я пожелаю вам удачи и всем участникам тоже самое. До встречи. Доктор Ахмад Юсфи, профессор Государственного университета Алеппо, Сирия, и профессор кафедры управления персонала экономического факультета университета Джадара, Иордания. Здравствуйте. Я очень рад приветствовать всех организаторов и участников Конгресса глобалистика 2020. Это очень важная тема в современный мир. Я Ахмад Юсфи из Сирии, доктор экономических наук, профессор специальности управления человеческими ресурсами. Работал долго в университете Алеппо, город, который страдал очень сильно от войны. Я хочу поблагодарить сотрудников Центра Глобас 21 за то, что они оказали большую помощь моему университету, подарили оборудование для студия. Это очень важный шанс, потому что все университеты пришли на образование онлайн. Спасибо большое вам. А сейчас я работаю в Ардан, университет, на кафедре управления кадров. Я очень рад быть участником круглого стола. Тема «Мир сложнее, чем война» – это очень важная тема. Действительно, современный мир сложнее, чем война. Война сейчас происходит во всех сферах. Это не только война действий с участником армии. Это экономическая война, война санкций, нефтяной и много других. Россия сильная страна, Россия сильная армия, но всегда стремится к миру, к мирной решении. Я очень рад участвовать в этот конгресс, и спасибо большое за внимание. Доктор Усама Самак, экс-заместитель министра здравоохранения Сирии и экс-генеральный директор госпиталя Красного полумесяца в Сирийской Арабской Республике. Здравствуйте. Прежде всего я хочу поздравить и российского, и советских народов с 75-й годовщиной Великой Победы над нацизмом и фашизмом. И я хочу приветствовать участников и организаторов конференции «Глобалистика-2020», а также хочу приветствовать и организаторов, и
участников круглого стола, тема которого «Мир сложнее, чем война». Эта тема очень актуальна, имеет очень большое значение для стран мира, потому что в самом деле миросозидание всегда сложнее и труднее, чем вот ведение войны или ведение войну. Мне напоминает эта тема то, что сказал в свое время Андрей Громыко, патриарх советской дипломаты, что 10 лет вести войну, или 10 лет, извините, переговоров вести, лучше, чем один день войну. Теперь позвольте представить себя. Я доктор Усама Саммак, профессор, кандидат медицинских наук, учился во втором Московском медицинском институте. Как получил диплом врача, я поступил в ординатуру и в аспирантуру в Московском научно-исследовательском институте по дерматовенерологии в Москве, где защитился в 93-м году. Я автор многочисленных статей в геополитике и в экономике, и в медицине. И мои статьи были опубликованы и в сирийских газетах, и в сирийских журналах. Я участвовал на многочисленных телевизионных передачах политического характера и принимал участие и в дискуссиях, и в телевизионных дискуссиях и дебатах. Это кратко про себя. Спасибо за внимание. До свидания. Доктор Мухаммед Асад Ал-Ивайви, профессор Открытого университета Ал-Кудс, Палестина. Уважаемые коллеги, позвольте выразить благодарность от себя профессора Открытого университета Ал-Кудс и председателя общества Палестино-Российской дружбы за представление возможности выступить с видеообращением на 6-м международном научном конгрессе «Глобалистика 2020», который проводится Московским государственным университетом имени Ломоносова. Я горд тем, что являюсь одним из многих тысяч выпускников другого интернационального вуза в период Великого Советского Союза, а теперь России, Российского университета дружбы народов. Мои студенческие годы проведены в столице вашей родины. Преподаватели университета и однокурсники в моем сердце на протяжении всей моей жизни. Годы, проведенные в стенах университета и в Москве, привели мне любовь, уважение к вашей стране, которая сегодня является единственной силой на Ближнем Востоке, способной добиться справедливости и принести мир моей многострадальной родине Палестине. Конгресс проходит по праву в знаковый 2020 год, 260-летие основания Московского университета, 70-летие основания Организации Объединенных Наций и 15-летие факультета глобальных исследований. Для нас же, палестинцев, этот год может стать судьбоносным в свете намерения Израиля при полной поддержке администрации Трампа аннексировать палестинские земли на западном береге реки Иордан в рамках так называемой сделки века, которую мы в Палестине называем не иначе, как сделкой позора. Мы в Палестине при помощи сначала Советского Союза, а теперь России и всех миролюбивых сил на планете пытаемся отстоять свое право на родину, на независимое государство Палестина на нашей земле. Но нам противостоят силы, которые, пользуясь своим политическим, финансовым и военным могуществом, проводят отношения палестинского народа агрессивную политику. Тогда позиции власти
палестинской национальной администрации заключается в том, что попытки заставить угнетенного существовать с угнетенным путем экономического и военного давления обречены на провал. Необходимо добиться прежде всего политического решения палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюцией ООН, нормами международного права, а затем уже обсуждать экономические инициативы, которые также являются важной оставляющей в строительстве государства. Обращаюсь к российским и зарубежным ученым, исследователям, профессорам и студентам, чьи иначе интересы связаны с изучением глобальных проблем и международных отношений. Хотел бы подчеркнуть, что палестинский вопрос, несмотря на прилагаемые Израилем и США усилия по снижению его значимости до уровня гуманитарной проблемы местного масштаба, по-прежнему остается ключевой международной и региональной проблемой. Мы надеемся, что на круглом столе мир сложнее, чем война, проведенном в рамках Конгресса будет выработана новая мирная инициатива, где будут учтены интересы всех народов Ближнего Востока. А главная идея круглого стола о переходе к миру созиданию станет основной такой инициативой. Желаю, чтобы круглый стол стал постоянно действующей научно-практической площадкой для созидательных и миролюбивых общественных сил Ближневосточного региона. Член круглого стола «Мир сложнее, чем война» профессор Мухаммад Асад Абайви от Аль-Кудс Открытого университета, председатель общества палестинской российской дружбы. С уважением. Доктор Ахмад Мелле, декан юридического факультета Ливанского государственного университета в Бейруте, директор научно-образовательного центра по изучению России и Китая. في الختام لابد من توجيه الشكر للقائمين على هذا المؤتمر الجليل نشد على أيديكم ونتمنى أن تتاح الفرصة في أقرب وقت بعد انجلاء هذا الوباء أن نراكم عندنا في لبنان ونحن أيضا نتمنى أن نكون في موسكو لتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والبحث بين جامعتكم المرموقة على المستوى العالمي وجامعتنا بالتوفيق أيها الأصدقاء وإلى مزيد من التقدم والنجاح. Конгресс приветствует заместитель директора научно-образовательного центра «Глобус 21 век» Игорь Викторович Круговых. Уважаемый председатель программного комитета Конгресса «Глобалистика-2020» Виктор Антонович Садовничий, уважаемый заместитель председателя программного комитета Конгресса Илья Вячеславович Ильин, наш круглый стол, проводимый под руководством директора научно-образовательного центра «Глобус-21 век» Ильи Леонидовича Шершнева, собрал представителей научного и общественного сообщества, профессорско-преподавательского и студенческого состава большинства стран Ближнего Востока. И это не случайно, ведь тема нашего круглого стола «Мир сложнее, чем война» жизненно актуальна именно для этого ближневосточного региона. В центре внимания круглого стола многосложный процесс созидание нового мира в условиях глобальной неопределенности и непредсказуемости, затрагивающей каждую страну, каждый народ, всех и каждого, возникает новый феномен – мир сложнее, чем война. Что такое война, особенно понятно сегодня, когда подводятся исторические итоги самой кровопролитной Второй мировой войны
75-летие, окончание которой отмечается в этом году. Но что такое мир, его понимание и содержание, а главное, пути достижения, все еще неизученная практическая проблема и, как следствие, большая и актуальная, и не до конца раскрытая и научная проблема. Ряд научных школ рассматривают мир как отсутствие войны, как или в тесной взаимосвязи с различного рода конфликтами. Но все соглашаются, что мир менее структурирован в практическом научном плане, чем война, и, в общем-то, соглашаются с тем, что мир сложнее, чем война. В качестве наиболее действенного средства достижения мира мы рассматриваем миросозидание как самостоятельный процесс и феномен, который также является составной неотъемлемой частью современных глобальных процессов. Круглый стол тем самым не только рассматривает поставленные вопросы с научной, но и с практической точки зрения, консолидируя вокруг их разрешения созидательные общественные силы ближневосточного региона, других стран. А практические выводы нашего круглого стола, и сегодня с этим уже согласны все наши участники, они, несомненно, станут основой дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества Московского государственного университета, факультета глобальных процессов и научно-образовательного центра «Глобус 21 век» с ведущими университетами стран Ближнего Востока и других стран, послужат дальнейшей консолидации всех миролюбивых сил. Мы приглашаем всех вас принять участие в работе нашего круглого стола «Мир сложнее, чем война». Спасибо. Доктор Хасан Рише, экс-министр высшего образования Сирии, в прошлом чрезвычайный полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации. Hello, dear participants in the conference Globalistics 2020. My name is Hasan Rishi. First of all, I would like to thank the organizing committee for their exceptional efforts in these difficult circumstances to be able to organize such an important conference. Being myself an academic with background in science and technology, higher education and engineering consultancy, public administration and strategic planning, diplomacy and international relationships, and being particularly successful in initiating friendly political relationship and cooperation programs between Syria, my country, and different countries, I was honored to be one of the moderators of one of the conference roundtables, Peace is More Difficult Than War. I would like to emphasize the importance and actuality of such a theme, hoping to reach some useful and practical conclusions. Thank you and goodbye. Участников конгресса приветствует директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета Давид Генрихович Ротман, национальный директор международного проекта «Европейские ценности» и заместитель директора всемирной программы «Международный евразийский барометр». Уважаемые коллеги и друзья, сегодня вместе с вами мы присутствуем на старте 6-го международного конгресса «Глобалистика-2020. Глобальные проблемы и будущее человечества». Очень приятно
на открытии обратиться к вам и сказать вам несколько слов. Проблема чрезвычайно важна в силу того, что сегодня происходит практически во всем мире. И это не только проблема, связанная с вирусом, это проблема экономики, это проблема политики, это очень и очень большой комплекс сложнейших проблем, которые могут повлиять на то самое будущее человечества, которое сегодня на этом конгрессе вам и нам всем предстоит прогнозировать. Проблема, к сожалению, огромная. Но я уверен, я на 100% уверен и не сомневаюсь в этом, что вы вместе здесь, в этом громадном и прекрасном зале Московского государственного университета имени Ломоносова, сумеете не только проанализировать происходящее, не только понять суть сегодняшних ситуаций, но и разработать какие-то рекомендации, предложения и идеи, которые позволят во многих странах снимать негативные последствия тех событий, которые, к сожалению, сегодня остановить людям невозможно. От имени всех белорусских ученых, которые работают в области социологии, политологии, истории, экологии, я хочу поприветствовать вас, участников этого замечательного конгресса, и пожелать вам всего самого наилучшего, успехов. Уверен, что вы обязательно сделаете то, что сами для себя запланировали и что требует современное человеческое общество на нашем земном шаре. Спасибо. В этом году весь мир борется с глобальной пандемией коронавирусной инфекции. В работе нашего конгресса принимают участие видные российские медики. Приветствие ректора Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктора медицинских наук, члена-корреспондента Российской академии наук Дмитрия Алексеевича Сычева. Глубокоуважаемые коллеги, добрый день. От имени Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования хочется поприветствовать участников Международного конгресса «Глобалистика-2020». Для России это чрезвычайно важное событие. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования рада участвовать в организации проведения этого важного мероприятия. У нас под эгидой ЮНЕСКО создана сетевая кафедра по глобальным проблемам биоэтики сахарного диабета. В настоящее время конгресс проводится в непростых для всего мира и России условиях, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Эти условия заставили трансформировать наши взгляды на глобальные вызовы. Для медицины, для медицинского образования и повышения квалификации врачей, чем активно занимается наша академия, для медицинской науки. При этом все эти направления связывают вопросы биоэтики. Хочется выразить огромную благодарность организаторам конгресса, факультету глобальных процессов МГУ имени Ломоносова, лично профессорам Ильину Саямову, профессору Аметову, а также нашему идеологу в области биоэтики, академику Чучалину. Темы, которые будут обсуждаться на конгрессе, крайне актуальны для врачей и ученых-медиков. Хочется пожелать успешной работы конгрессу и удачи нам всем. Спасибо. Приветствие ректора Казанского государственного медицинского университета профессора Алексея Станиславовича Созинова.
Глубокоуважаемые коллеги, участники 6-го конгресса по глобалистике, примите поклон и самые наилучшие пожелания от имени всех, кто работает и учится в Казанском государственном медицинском университете. Наш университет с момента своего создания является воплощением глобальных процессов. 1814 года, мая 2-го дня, 12 часов пополудни, отделение врачебных наук Императорского Казанского университета имело заседание. Первое заседание присутствовали господин ректор профессор Браун, господин декан профессор Эрдман, господин экстраординарный профессор Арнгольд, адъюнкт Реннард. Чуть позже к ним присоединился профессор Вардерама. Четыре немца и итальянец открыли историю одной из старейших медицинских научных образовательных школ России. И, видимо, не случайно, в настоящее время каждый четвертый студент Казанского медицинского университета – это иностранный гражданин. Мы имеем канадскую аккредитацию, признанной Всемирной федерацией медицинского образования. Наши студенты выезжают на практику в страны Африки, Латинской Америки в рамках программы Global Health – глобальное здоровье. Обсуждают вопросы доступности и качества медицинской помощи вместе с друзьями из разных стран, входящих во Всемирную федерацию студенческих медицинских ассоциаций. Работает кафедра ЮНЕСКО по биоэтике. Мы сотрудничаем в содружестве ЮНИТВИН, кафедру ЮНЕСКО, в том числе и с кафедрой ЮНЕСКО факультета глобальных процессов Московского государственного университета под руководством уважаемого Юрия Николаевича Саямова. Работаем мы для ускорения достижения целей устойчивого развития. И, видимо, делаем это неплохо, потому что Казанский медицинский университет в недавно опубликованном Times Higher Education Impact Ranking по целям устойчивого развития, в частности, 3, занял достойное место в группе университетов 100-200. Цель – это здоровье и социальное благополучие. Но мы знаем, что сейчас здоровье и социальное благополучие каждого человека и человечества в глобальном смысле находится под угрозой вирусной пандемии. А значит, нам нужно действовать. На фронтоне анатомического театра, из которого идет эта трансляция, начертано «Hic locus est, ubi mors gaudet, securere vitae». Это место, где смерть рада служить жизни. Значит, мы должны вести диалог. Как нынешнюю кризисную ситуацию использовать для извлечения правильных уроков, сделать так, чтобы человечество в будущем было более счастливым. И что может быть более важное, чем ответ на этот вопрос? Успех Конгресса, он предрешен. Доброго здоровья и до встречи с физическими телами. Приветствие ректора Ростовского государственного экономического университета, доктора экономических наук, профессора Елены Николаевны Макаренко. Уважаемые организаторы и участники 6-го международного научного конгресса «Глобалистика-2020. Глобальные проблемы и будущее человечества». Разрешите всех поприветствовать в связи с началом работы конгресса. В этом году особую остроту повестки дня конгресса придают факторы пандемических угроз. Они воздействуют на нашу жизнь и на глобальном, и на национальном, и на местном уровне. Многие политики, ученые, обычные жители, привыкшие к плотному обмену товарами, услугами, культурными ценностями, произведенными во всех уголках планеты, временно оказались изолированы от этого и замкнулись в узких пространственных ареалах и коридорах. И времени на размышления не было. Мы, как представители высшей школы, а я представляю крупнейший экономический университет Юга России, в котором проходят обучение более 22 тысяч студентов и аспирантов, перешли на дистанционные методы работы. Резко сузилось поле непосредственного профессионального и личностного общения. Аналогов этим процессам в нашей памяти не найти. Разве что резкая смена всех форм жизнедеятельности наблюдалась во время Великой Отечественной войны, 75-летний юбилей Победы, в которой мы ныне отмечаем. Все это заставляет нас задуматься не только о хрупкости и неустойчивости нашего бытия, об особой значимости нашей безопасности не только в социальном, политическом, но и в природном, антропологическом контексте. Может быть, это уже и не первый звонок,
но он настойчиво призывает к работе над новыми уровнями глобальной безопасности. Он указывает нам на необходимость разработки новых пластов знания и утверждения новых ценностей человеческого взаимодействия на глобальном и на национальном уровнях. Наш Ростовский государственный экономический университет 3 года назад учредил Институт междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокализации, а также кафедру мировой политики и глобализации с целью подготовить открытие факультета международных отношений нового формата. У нас уже сложились плодотворные партнерские и творческие связи с факультетом глобальных процессов Московского государственного университета имени Ломоносова и рядом общественно-научных организаций. Мы активно занялись координацией этих работ на юге России и думаем развивать эти связи. У нас учреждена сетевая кафедра ЮНЕСКО, базовой кафедры ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ. Я хочу пожелать творческих удач участникам 6-го международного научного конгресса «Глобалистика-2020». Думаю, что совместными усилиями сообщества ученых и экспертов, занимающихся глобальными проблемами, ученых России и других стран, Российского центра и регионов, нам удастся продвинуться к новым горизонтам в понимании меняющегося глобального мира. Удачи всем нам на этом пути! Слово доктору технических наук, профессору Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Валерию Станиславовичу Лесовику. Уважаемые коллеги, друзья, разрешите поздравить вас с началом работы Международного конгресса. Это мероприятие проходит в очень сложное, непростое время развития цивилизации. Налицо ряд проблем международного уровня, решение которых невозможно без участия ученых мирового уровня. Не случайно конгресс проходит на площадке Московского государственного университета имени Ломоносова, одного из лучших университетов мира. Считаю, что наш конгресс должен стать одним из инициаторов объединения ученых и инженеров всего мира для решения сложнейших экологических проблем развития международных отношений. Ведь еще Владимир Иванович Вернадский писал: «Никогда человек не имел такого влияния на окружающую его природу, как теперь. Никогда еще влияние не было так разнообразно и сильно». После слов ведущего мирового ученого прошли десятилетия. А энергетика цивилизации возросла в десятки раз. Кризис в отношении человечества и природы может привести к катастрофическим последствиям. Считаю, что лозунг «Ученые, инженеры, все страны, объединяйтесь» должен стать приоритетным. Еще раз я поздравляю вас с началом работы Конгресса. Желаю вам дальнейших творческих успехов и удачи, и здоровья. До свидания. Барматова Светлана Петровна, доктор социологических наук, профессор Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Уважаемые организаторы, дорогие коллеги, участники и гости Конгресса «Глобалистика-2020. Глобальные проблемы и будущее человечества». События, происходящие в мире на фоне одного из наиболее глобальных вызовов – пандемии коронавируса, такие как утверждение Польши стратегии национальной безопасности, которой Российская Федерация названа главной угрозой, внесение в Конгресс США резолюции с требованием очередных санкций против Российской Федерации за нарушение прав человека и целый ряд других актов указывает на то, что окно возможностей для современной мировой общности стремительно захлопывается. Это наша реальность, которую необходимо принять. И именно поэтому открытие Конгресса «Глобалистика-2020» становится не просто значимым событием научного мира, но одной из площадок активной борьбы за глобализацию, основанную на принципах здорового разума,
способного уберечь человечество от угрозы прохождения точки невозврата. От имени российского научного сообщества и от себя лично хочу пожелать участникам Конгресса не просто продуктивности в работе, но качественного прорыва в решении геополитических проблем, с которыми пока не удается справиться миру. Конструктивных дискуссий вам и плодотворной работы. Доктор социологических наук, профессор Барматова Светлана Петровна. Советский, российский и американский религиовед, философ, поэт и публицист, профессор Университета искусств Филадельфии США Михаил Юрьевич Сергеев. Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые коллеги. Приветствую вас на открытии 6-го Международного научного конгресса «Глобалистика-2020», посвященного глобальным проблемам и будущему человечества. Особенно рад, что одним из спонсоров и организатором конгресса является факультет глобальных проблем Московского государственного университета имени Ломоносова. Отечественная наука всегда старалась идти не только в ногу со временем, но и опережая события, отыскивая новые пути в развитии человеческой цивилизации. Вот и сейчас, насколько я понимаю, мы имеем дело с первым в мировой практике опытом проведения научного конгресса в режиме онлайн. Желаю всем участникам конгресса творческих удач, а главное в наше карантинное время крепкого здоровья, успехов. Участников конгресса приветствует видный философ, профессор, шеф-редактор журнала Journal of Globalization Studies Леонид Ефимович Гринин. Дорогие коллеги, разрешите поздравить всех с началом работы конгресса «Глобалистика-2020». Такие конгрессы стали уже традицией, вошли в научную жизнь многих сотен и тысяч людей. Они всегда плодотворны и интересны. Очень жаль, что в этом году мы пока начинаем работать дистанционно. Но все равно это здорово, что мы начинаем. И огромное спасибо организаторам конгресса за большую работу по переводу этого форума в онлайн-формат. За демократическое обсуждение процедуры проведения, за возможность опубликовать тезисы. От имени редакции журналов «Век глобализации» и «Journal of Globalization Studies», с которыми факультет глобальных процессов имеет долгие и плодотворные связи, от имени участников нашего симпозиума «Мегаистория и глобальная эволюция» пожелаю стартовавшему конгрессу удачной и плодотворной работы, а всем его участникам здоровья и успехов. Искренне ваш, Леонид Гринин, шеф-редактор журнала «Век глобализации». Научный руководитель экспедиции «Флотилия плавучих университетов» Алексей Викторович Иванов. Дорогие коллеги, прошло уже более 10 лет с начала нашего большого общего дела, первого международного конгресса «Глобалистика» 2009 года. И лично мне очень приятно то обстоятельство, что когда-то, 10 лет назад, выпала честь в составе команды организаторов этого первого конгресса и далее иметь самые непосредственные отношения к развитию этого мероприятия. Сегодня мы хорошо видим, что конгресс прошел огромный путь и сам по себе стал глобальным событием. За эти годы резко возросло число и разнообразие стран, организаций, представленных научных направлений, появились новые секции, появились новые формы работы. И хотелось бы мне отдельно обратиться к секции глобальной экологии, поскольку мне посчастливилось на всех конгрессах работать прежде всего в ее составе, в качестве и докладчика, и сопредседателя. Тематику секции, да, впрочем, и конгресса в целом, во многом, как мы знаем, формирует сама жизнь. И прежде всего, очевидные катастрофические события и кризисные явления, как это ни печально. Я упомяну в связи с этим в качестве примера лишь один аспект. Только в течение 21 века, а это не такой уж и длительный срок, мы уже стали свидетелями целого ряда событий, которые исходили из разных
природных оболочек из разных геосфер планеты, но запустили или сопровождали глобальные кризисы, различные силы оказывали влияние на все сферы Земли и на деятельность человечества. Это и геодинамические события 2004 года в Юго-Восточной Азии, то самое знаменитое цунами, которое захватило в прямом и в переносном смысле очень большое количество территорий, государств и повлияло на самые разные процессы и стало совершенно очевидно глобальным событием и одним из акторов кризисного состояния. Это извержение вулкана Эфетлая-Кудаль 2010 года. Мы хорошо помним, что такое непримечательное, в общем-то, событие с геологической точки зрения тогда очень хорошо встряхнуло наше, казалось бы, такое прогрессивное, как иногда говорят, человечество. И сегодня те проблемы, которые мы сталкиваемся, мы имеем сегодня, они тоже, в общем-то, носят изначально биологическую, биосферную природу. Эти и многие неназванные природные события с позиции палеоглобалистики, с позиции истории нашей планеты являются вполне рядовыми и естественными. И все это означает, что в разработке механизмов взаимодействия человека и природы, в деле обеспечения устойчивой коэволюции природных и порожденных человечеством геосфер, мы только в начале пути. И работы нам хватит еще на многие последующие конгрессы. Уважаемые коллеги, нынешний конгресс у нас весьма необычен. Прежде всего, по формату работы участников вследствие пандемии. Но отметим, что пандемия, в свою очередь, тоже глобальное явление. Это тоже глобальный процесс, и он тоже должен являться предметом обсуждения на конгрессе в самых разных секциях с позицией и глобальной экологии, и анатомии кризисов, и социально-экономических и политических последствий этого процесса, с позиции математического моделирования процессов и во многих-многих иных отношениях. И хотелось бы пожелать нам всем, пусть это будет первый и единственный случай конгресса в таком формате, поскольку никакие технические возможности не заменят наше живое общение и не смогут заменить ту теплую атмосферу, которая стала на наших мероприятиях традиционной. Цифровизация, технизация, они не могут адекватно заменить ни научное творчество, ни подлинное университетское образование. Давайте будем об этом помнить и пожелаем друг другу плодотворной работы на конгрессе. Уважаемые коллеги, и в заключение слово студентам факультета глобальных процессов МГУ. Здравствуйте, уважаемые участники конгресса. Я студентка факультета глобальных процессов МГУ Гаврилова Маргарита. Рада приветствовать вас в рамках конгресса «Глобалистика-2020». Надеемся, это глобальное событие навсегда останется в вашей памяти. Желаем успехов и добро пожаловать. It's almost impossible to imagine a single comprehensive scientific discovery nowadays without interdisciplinary approach. It is the base of global studies, making the field itself capable of summarizing as many scientific achievements as possible. However, this also makes it quite dangerous from the perspective of debate, because there are so many opinions represented by various researchers who defend themselves with arguments of varying caliber. That is the reason why such events as the Congress are so important, because they give ground, they give forum for those willing to converge and discuss despite the differences, despite the opinions, and also representing various countries, which is really important. Despite the given circumstances and the format that we have to embrace these days, we are very happy to greet all of the participants and wish them luck. Let the discussion be fruitful and results satisfy all. 大家好，我叫秀莎。
代表 Moscow 大学的学生，我欢迎全球研究会议的所有参与者，我祝他们在科学方面取得成功。 Buenas tardes, damas y caballeros. Me complace dar la bienvenida a ustedes, a representantes de países diferentes en nuestra universidad, en el consorcio que se llama Global Studies, que fue organizado por nuestra Facultad de Procesos Globales. Así que les quiero desear buena suerte y muchas emociones positivas. Gracias por venir. Bonjour et bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants du Congrès international scientifique globalistique 2020. C'est pour la sixième fois que cet événement formidable qui réunit de nombreux pays du monde a lieu sous le guide de la Faculté des études globales. Le congrès est organisé de manière extraordinaire, mais c'est la seule possible sous la contrainte de la pandémie actuelle. Cependant, nous sommes très heureux de vous accueillir, malgré le contexte, de vous voir et vous entendre. Nous sommes encouragés par votre détermination à participer au congrès en ces temps turbulents. Et nous serons heureux de partager avec vous notre espace informationnel. Merci pour votre participation. Nous avons hâte de vous voir dans le cadre de notre congrès. 大家好，我叫纳斯佳，我是莫斯科大学的学生，全球进程系，欢迎你们参加国际会议。我们希望你们都很喜欢这件科学的活动。Hey, benvenuti, mi chiamo Elisabetta Malnieva e a nome degli studenti del corso di laurea in processi globali desidero darvi il benvenuto come partecipanti al sesto congresso scientifico internazionale Global Studies 2020. Vorrei esprimere la mia gratitudine per il lavoro che, nonostante le situazioni difficili e epidemiologiche nel mondo, giorno dopo giorno, indirizzamente svolgete, dando così un grande contributo alla ricerca di soluzioni ai problemi globali pressanti. Desidero dunque dal profondo del cuore a tutte e tutti voi un lavoro produttivo, discussioni fruttuose e una buona salute. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich studiere an der Moskauer Staatlichen Universität und möchte Sie auf dem Kongress Globalistik 2020 herzlich willkommen heißen. Es ist mir eine große Ehre, Sie an der Fakultät für globale Prozesse begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche und produktive Arbeit auf dem Kongress. أعزائي المشاركي المؤتمر، نيابة عن طلاب كلياتنا المستعربين، أريد أن أرحب كلكم وأهلا بكم إلى مؤتمرنا العولمة 2020. طبعا أريد أن أهنئكم بحلول بداية المؤتمر. أتمنى لكم الفعل المثمر والتعاون الفعال والنجاح المشترك والمتبادل. والشيء الأهم، ابقوا في منازلكم. سونكي سوروغو سانكانو مينا ساما كوكوساي كايجي كوروباروكا نيسن نيجو نيوكو إراشاي ماشنا Нихонго бенкёште иру Москва кукурицу дайгаку, но гакусей о дайхё итащимаште, минасама о кангей итащимас. Минасама но кёми букайго хо коку. Соште кагаку кен кюни о кэру госейко о ойноришимас. Годжитаку ни о сугоши на гора, о карада ни о ки отске кудасай. Signori e signore, buongiorno. Io mi chiamo Elisabetta Soldatova, sono la studentessa del secondo anno della Facoltà degli Studi Globali e sono molto lieta di darvi un cordiale benvenuto al nostro congresso del 2020 che si terrà presso la nostra bellissima università, Università Statale di Mosca, e sono molto contenta di vedervi qua tutti. E spero che in questo momento difficile e particolare per tutti la partecipazione al congresso sia un'esperienza utile e piacevole. E vi auguro ancora una volta un benvenuto e buon lavoro a tutti. Grazie. Dear participants, greetings from Russia. My name is Daniel Chilayev and I study at Lomonosov State University. I would like to welcome you all to the International Scientific Congress Globalistics 2020. Held this time online by Faculty of Global Studies.
And I would like to thank you for your desire to participate during this hard pandemic time when each of us is being threatened by unknown virus. I wish you productivity, mind-blowing solutions, and most of all, health. Stay safe, stay home, good luck. Bye.